Итак, всем привет! И с вами принцесса Луна и также ее питомец по имени Хатико. И мы ведем программу. Мы ведем программу Мастеринка, в которой мы будем мастерить вещи My Little Pony. Ну, иногда то не My Little Pony. Ну, в основном, да. Мы ведем эту программу. Итак, давайте сегодня мы будем делать. Да, мы будем делать сегодня элементы гармонии. Точнее, даже и книжку. То есть мы будем делать вот такую вот книжку. Та-дам! Раскрытую книжку, и в ней элементы гармонии. Ну, их можно будет, естественно, одевать на пони и все прочее. Ну, так как у меня нет элемента гармонии Twilight, как обычно есть вообще. Ну, если у кого есть набор «Друзья Королевского замка», у тебя, конечно, есть элемент гармонии Twilight. Но вообще-то нет. Поэтому мы сегодня будем делать элементы гармонии. Так, для этого нам понадобится пластилин. Вот у меня есть пластилин 12 цветов такой. И... такой 6 цветов. Ну вот, все, познакомились с пластилином, как это говорится. Ну и начнем. Как делать, например, элемент гармонии? Значит, надо сделать вот эту книжку. Для нее нам понадобится желтый сначала. То есть я беру немножко желтого пластилина. Только мне надо поставить свой фотик. И как это называется? Снималка. Вот, все, поставила свою снималку. Итак, давайте начнем. Вот, нам понадобится сначала желтый пластилин, ну или оранжевый немножко. Давай вот достанем желтый из вот этих... Ой, основных цветов. И такая из вот этих основных цветов, и у меня все цвета упали. Ну, сейчас я их быстренько по-быстренько разложу. Вот есть желтый цвет. Из него я беру немножко, точнее не беру, а отрезаю вот этим ножичком. То есть я отрезаю немножко вот этим ножиком. Наверное, чуть-чуть вот так. Вот такие два кусочка я отрезала. Из них я их соединю как раз. И из них у меня будет книжка. Вот ровно две части книги. Значит, мы их слепливаем. И вот так вместе разглаживаем вот эти вот... деление, которое обычно на пластилине. Ну и сейчас я как раз это и делаю. Вот я примерно как-то сделала. Примерно как-то так. Вот еще немножко погладим. Вот разгладим это все ножичком. Просто берете ножик и вот так вот разглаживать тоже. Вот я все это разгладила. Так, как-то получилось. Ну, посмотрите, вот для этой книжки нам нужно сделать углубление в этой штуке. Сейчас я буду показывать, как делать вот углубление. Вот просто эти стороны должны быть тут большие, как странички книги. И тут должно быть такое углубление, которое мы должны сделать ножиком. А, сейчас, секунду. Вот он ножик, которое сделаем ножиком. Я беру и просто как бы не до конца рисую такой квадратик. Ну, по крайней мере, я еще такую книжку не делала. Но примерно придумала, как ее сделать, чтобы было хорошо. Вот так немножко. Вот так. И, ой, делаем углубление туда. Ну, правда, мне это не совсем хорошо получается. Я не знаю, как у вас получится делать эту книгу. Но просто дело в том, что дело нелегкое. Соглашусь, ну вот как-то так. И, наверное, все-таки я даже не знаю, придется переснимать это видео. Потому что я не совсем к нему подготовилась. Ну, правда, нет, наверное. Так как у меня уже почти готово. Сейчас я только должна порванный пластилин закрепить. Ну,
Наверное, я очень старалась. Не судить строго, как-то вот так. Так что я в лепке не совсем очень уж хороший в лепке. Так что ничего. Если я, правда, конечно, может, у вас лучше получится. И можете придумать для этой книжки другой метод. Ну так. Теперь смотрите, вот тут вот у меня есть такие черные, черный ободочек. Это как бы корочка книжки. Итак, даже вот не черный, а коричневый. Простите, я немножко ошиблась, простите. Итак, сейчас я поставлю телефон опять. Потому что я его немножко ставлю, вот. Так, давайте продолжим. Эту, для коричневого цвета у меня есть вот в этом пластилине. В желтеньком, в более большом наборе. И цветок. Наверное, есть, я сейчас посмотрю. Ну, нет у меня пластилина коричневого, так что я сейчас сделаю из черного. Вот, отрезаем совсем чуть-чуть, чтобы сделать колбаски. Чуть-чуть, это, наверное, до четвертого или вообще пятого. Вот так вот. От такого вот куска. Итак, берем еще на одну часть делим. Вот на такую малышку. О, сейчас покажу, вот. И раскатываем колбаску. Вот я сделала такую колбаску примерно. Ну, она даже большая. И теперь я ее немного расплюсну. Вот. Вот так. И прикрепим к одному краю этой книжки. Итак, вот я прикрепила. Как-то так. И теперь от... И к другому краю немножко тоже. Так как тут только должен быть. Ну все. Так вот. Так я прикрепила. Теперь немножко следующее. Чуть-чуть еще отрезаем из черного куска. И катаем еще одну колбаску. Еще, кстати, еще кое-что хочу сказать. Что, наверное, это видео будет долгое, я не знаю. Ну, я думаю, что вам будет интересно. И наляпываем ее вот так. Еще немножко. Вот так. И из оставшегося делаем еще одну большую-большую колбаску. Если что-то еще остается... Какие-то лишние куски, то мы их, естественно, отрезаем. Да, это я продолжу. Что ж, мои дорогие друзья, сейчас мы должны делать, прилепливать, расплющить эту колбаску и прилепливать ее к ставшей в конце книги. Вот, достаточно легко эту книжку доделать. Кроме вот этого углубления, которое не очень у меня вообще получалось сначала. Ну, так, теперь все сделаем это аккуратненько, красивенько. Сгладим, что нужно. Ну, как-то так получилось у меня. Вот так. Это книжка именно в гармонии. Делаем вот тут вот посередочке разделение. Вот так. Хорошо делаем это разделение, причем, чтобы было видно, что это книжка. И, кстати, чтобы был большой вариант, элемент, который у меня есть, он только в черно-белом. Ну, я не буду пока его сейчас делать. Вот такая книжка получилась у нас. Я, конечно, не уверена, что вместе все элементы гармонии прямо-таки. Ну, даже можно будет побольше ее сделать, но так что, вот такая книжка. Мы ее немного сгибаем для объемного вида. То есть, примерно по этому сгибу вот так. Конечно, тут останется дырочка, но ничего. Вот так сгибаем ее. И теперь
делать элементы гармонии. Элементы гармонии я буду делать из оранжевого цвета, если у меня книжка желтая. Ну, вы можете наоборот, вот такой яркий оранжевый будет. Я беру немножко и начну я с элемента гармонии. Сейчас скажу. Элементы гармонии для Пинки Пай. И сейчас я ее принесу. Сейчас, подождите немножко. Да, подождите, я схожу за Пинки Пай. Итак, вот моя пинкамина. Хотя я немного ошиблась, она уже не пинкамина давно. У нее клевая прическа. Ну, такие жесткие они пока что еще, так как я вчера ей делала пинки прическу. Но я ее покажу потом, так как это видео, я расскажу новости своей пони. Так, делаем для Пинки Пай элемент гармонии. Опять колбаска маленькая, и ее сгибаем. И расплющиваем опять же. Вот так. Просто я видела мастерилку уже, конечно, с элементами гармонии, но у меня еще с книгой. И я делаю по своему уже мнению, как я считаю, чтобы делать. Просто у некоторых немного не так получается. Значит, элементов гармонии. Я смотрела видео MLP нотка. Пожалуйста, не обижайся, если ты посмотришь это видео, что я тоже делаю мастерилку и прям тоже с элементами гармонии. Ну, напиши в комментах, если не обижаешься, вниз в комменты. Итак, немного синего я беру, голубого, ну вот такого. И делаю сам элемент гармонии. Это у нее такой шарик. Конечно, вот с элементом гармонии более тяжело работать, чем вот с этой колбаской. Ну, вот этим ожерельем, который на шее делается. Но все равно. То есть, я немного работаю с ножичком. Ножичек очень даже понадобится. Ребятки, я с горечью скажу, видите, вот там, вот вдалеке зеркало, да. Вдалеке, вот тут, вот там, видите, зеркало, и там все отражается, как я работаю тут. Ну, правда, это в мелком виде получается, да, мелком. Позвольте, я пока пойду. Да, Пинки Пай, можешь идти. Итак, я продолжу, да. Шарик делаем, хороший такой даже, надо, чтобы он был красивой формы. Ну, я правда не думаю, что он прям уж такой тяжелый. Но так-то да. Ну, сначала мы скатываем из части шарик. Вот такой маленький. И его опять расплющиваем. И осталось у этого шарика сделать палочку. Вот в этой палочке самое трудное. Эту палочку из мелепишечного куска пластилина и прикрепляем к шарику и немного слепливаем. Ну, какой-то такой примерно шарик. Я прилеплю его к элементу гармонии. Вот так как-то. Ну, и теперь надо сделать резьбу на элементе гармонии. Сейчас я это сделаю. Как бы она очень тяжелая, да. Я согласна, что на компьютере ее сделать очень легко. Тем, кто разрабатывает My Little Pony, если это рисует на бумаге тоже, но на пластилине это немножко не так легко, как вообще вы думаете. Ну вот так вот как-то. Вот тут, если видите, вот всякие резьба. И я прикреплю на шею пони элемент гармонии. Вот так вот. Хорошо. Ну, снимается он легко, просто отлепливается. И даже не оставляет следов. Так как это очень хорошее качество пластилин. А, кстати, Пинки, ты что, еще не ушла? Простите, я забыла. Эй, не поворачивайся телефон. Просто он меня обскочит и держится. Но ничего другого не нашлось на телефон. Итак, элемент гармонии Пинки Пай. Ну, я его положу в книжку. Вот тоже один положила. Вот так положу. Вот. Дальше я делаю элемент гармонии
сейчас скажу кого. Rebel Dash. Итак, Rebel Dash в студию. Да, простите, я, конечно, не принесла этих поняшку в студию, но сейчас я принесу ее. Итак, Rebel. Ой, опять упала. Да, привет, ребята. Приветик. Всем привет. Я даже меньше, чем собака. Вот так что давайте делайте мне элемент гармонии. Да, Rainbow Dash, так, иди в студию, пожалуйста. Вместе с Пинки! Ты, я что, еще не ушла? Так, давайте продолжим. Я не могу, блин, засуну так сделать, чтобы ее было видно. Потому что она ведущая программы, напоминаю еще разок. Хотя, это уже вы знаете. Ну, эти элементы гармонии делают из пластилина. И вообще работает с ножичком. Так что я забыла сказать, что он понадобится только пластилин и ножичек. Вот. Продолжаем делать. Делать из красного пластилина. Я даже не знаю, как сделать молнию, но буду смотреть на Кьюти Марку Rainbow Dash. Да, у меня такая клёвая Кьюти. Rainbow Dash, зайди, тут ты вообще меня загораживаешь. А почему меня не взяли, Пинки? Я же просила вас уйти из студии. Но Rainbow Dash, пожалуйста, оставайся, так как ты нам нужна со своей Кьюти. Итак, я отойду, чтобы посмотрели на её Кьюти Марку. Вот моя Кьюти. Я не знаю насчёт молнии. Так, ну ладно, сейчас я потом молнию сделаю. Я буду сейчас делать элемент щедрости из фиолетового. Он, пожалуй, даже самый легкий, потому что его очень легко делать. Один конец за третьего кружочка и второй. И даже можно не у кружочка. И сейчас я наклею, как я это говорю, этот ромбик. Вот так. Вот так. Rebel Dash, я тебя просила уйти уже. Итак, сейчас мы оденем его на Рэлити. Ну ладно, я потом принесу всех поняшек, чтобы одеть на Никите, а пока я ее положу вот сюда. В книжку. Вот, та-дам. Тут два элемента в книжке. Теперь дальше элемент на Рэлити. Сейчас скажу, кого. Давайте сделаем корону, а остальные элементы гармонии я сама наделаю после видео. И, наверное, покажу потом на поняшах. А так, элемент гармонии Twilight. Он тяжелый, даже очень. Но мне, конечно, подарят на день рождения друзья Королевского замка. У меня будет корона Twilight, но пока мне все-таки она тоже нужна. Ну, кстати, у меня нет еще даже Twilight. Так что, в принципе, я просто хочу показать для тех, у кого нет элементов гармонии, есть еще Twilight. Итак, примеряем. Можно примерить на голову в любой поняшке. Например, Pinkie Pie. Ой! Кстати, это еще чего не ушла. Да, вот, чтобы принцессу Луну было видно, я его так поставлю. Вот. Мы делаем большую такую на голову пони ободочек. Вот такой ободочек. И дальше берем и делаем такую искорку. Тоже из розового, только немножко из другого уже. Из ярко-флуоресцентного такого, которого я на камере что-то смахивает сильно на красный. Потому что у меня иногда камера, вот у меня любая флаттершай на картинке смотрится как, не знаю кто, как будто у тебя фиолетовая грива вообще. Поэтому не обращайте внимания. И иногда, если я что-то показываю, у меня на камере это не показывается в правильном виде. Ну и вообще я снимаю на телефон, потому что всегда ленюсь достать камеру. О, я такой ленивый. Ну а что я там
как доставать? Она такая большая, громоздкая. В общем, ну, делаем для начала кружочек, потому что это сложный такой лепет гармонии. А потом эти конечники. И, кстати, кому не нравится смотреть, как я делаю, болтаю, можете перемотать. Видео. Я смотрю на картинке. То есть, это шестиконечная звезда. У нее элемент гармонии. То есть, искра. Ну, у меня будет такая. Я такая. Ладно, прикреплю ее. Сюда. Вот так получилось приятно. Ну, еще голубые алмазики, которые у нее есть там. Ну, я могу показать большое изображение, но, правда, его придется искать. Это займет много времени, так как оно у меня лежит в папке. Да и к тому же не цветное, а черно-белое. Но оно большое в то же время. Это мне нравится, что оно большое. Ну, просто делаем маленькие милипюсти, такие кружочки. И прилепливаем их на корону. Ее можно примерить на голову любой пони, чтобы посмотреть, подходит ли она вообще пони. Ну, например, я примерю Пинки Пай. Эй, почему мне? Так как пока что я мерю элемент гармонии, поэтому Пинки Пай тебе. Вот так вот этот элемент смотрится. Очень хорошо, в принципе, смотрится. Вот. Поэтому я его тоже кладу сюда, в эту книжку. Вот его сюда кладу. Так. И я буду это делать элементы остальной гармонии. Да, буду это делать. И снимать новую мастерилку. Да, всем пока. Я показала сегодня, как это делается. Книжка с элементами гармонии. Ладно, всем чао. С вами была Маша. Пока.